As the world fell, it was hard to know who was more crazy. You promised to help us. Me, or everyone else. Колин Гибсон – художник-постановщик. Джордж и Брэндон Маккарти и еще пара художников создали сюжет в раскадровках. Он вырос на основе комикса. Сценарий на основе комикса очень наглядный. Здорово, конечно, но жутко раздражает, если, например, решаешь вдруг, что у персонажа нет одной руки, и приходится перерисовывать 90% работы. Сценарий получился невербальный. Джордж Миллер, сценарист, продюсер, режиссер. Конечно, в фильме люди разговаривают, но только по необходимости. Идеи были и у Джорджа, и у меня, и у Брэндона. Питер Паунд, художник-раскадровщик. Он использовал раскадровки для их воплощения. За 2 года мы обросли раскадровками, с ног до головы. Брэндон Маккарти, соавтор сценария, художник-раскадровщик. Дошло до того, что всем входящим приходилось протискиваться сквозь прикрепленные вокруг работы. По всему помещению разместили 3500 полотен. Я бы сказал, что добрых 80% из них отразились на том, что вышло в итоге на экраны. Картинки на них просто грандиозные. Ему удалось не только все это заснять, Том Харди, Макс Рокотанский, но и с минимальным использованием компьютерной графики. На раскадровке видно, какая машина заворачивает, какая разбивается, кто на ней. Дуг Митчелл, продюсер. Можно было все постепенно разобрать и очень точно составить план, сколько понадобится на съемки. Для основной погони требуется не просто пустыня. Ведь картинка через какое-то время становится скучной, а нам надо 4-5 разных видов ничего. Надеюсь, мы сумели подобрать их в Намибии. Намибия, Африка. Взгляните на экран, 140 транспортных средств. Гонит со скоростью 140 км в час. Иэн Смит, исполнительный продюсер. То есть расстояния покрываются огромные. Для продюсерской группы было сложно обеспечить все ресурсы на месте. Чтоб Джордж смог работать максимально глубоко, широко и быстро. Энди Уильямс — сокоординатор спецэффектов. Весь фильм в движении, декорации постоянно передвигаются по пыльной среде со скоростью 50-60 км в час. 8 месяцев съемок мы не дышали. Шарлиз Терон — император Фуриоса. Ужасно сложно с точки зрения логистики. Пытаться пересказать сюжет на бегу очень и очень сложно. Мотор. Да, с движением сопряжены трудности. Дэн Оливер, со-координатор спецэффектов. Все приходится делать издалека. Кир Бек, координатор сцен и снаряжения. Для нас у каждой машины была уникальная обстановка, с которой надо считаться. Чтобы актеры могли работать, не падая с машин. Прикрыть все тросы, чтобы их в кадре не было видно. На площадку не попадает то, что не прошло тестирование. Мы такого не допускаем. 2-1, огонь! Похоже на оперу. Такой же размах, такой же масштаб. Джош Хеллман, Слит. Это смесь спектакля с реальностью. Ничто не нарушает законов физики. Люди не летают, никаких космических кораблей, ничего такого. Все машины, аварии и трюки настоящие. Гай Норрис, главный координатор трюков. Страховочные тросы потом убирают из кадра с помощью компьютерной графики. Но мы вернулись к основам, к первому и второму фильму о Максе, чтобы передать кинетическую энергию.
Я против 100% нарисованных кадров. Если этого можно избежать. Эндрю Джекс, координатор визуальных эффектов. Мне нравится использовать отснятые кадры за основу. Даже если в результате заменяется почти все, все равно что-то наследуется от отснятого материала. Что-то ценное. Я потерял дар речи, когда увидел армаду, Энгус Сэмпсон, органик-механик, посреди пустыни, где мы встречаемся с Максом. Он на передней машине Накса. Великолепный кадр с профилем Макса. Затем появляется Накс, потом Слит, а потом переходим к Коми и автомобилю Дуф. Ничего подобного раньше не видел. 95% всего материала я снял в движении. Причем все с крана. А такой технологии не было во времена съема «Безумного Макса 2». Этот метод все еще новый, а наш способ использования еще новее. Это важный момент. Ну, что получилось, постоянно двигаться с камерой. Я уже снимал в пустыне. Основная проблема — пыль. Она везде, она влияет на все, что используется. На одном из первых собраний я поднял этот вопрос. Будем ли мы пытаться контролировать пыль? Ответ был — нет, пыль — наш друг. Мы привыкли, но это экстрим. Доходило до того, что водители не видели, куда ехать. Джорджина Селби, координатор сценария. А еще поразительно, что они смогли сделать в таких условиях. Водители, поднимайтесь. Окружающая натура определяла, какой будет сцена. Никаких ограничений. В Намибии не было ничего, кроме открытых пространств. Так что не надо было ничего подгадывать, чтобы не попало в кадр. Уникальный пейзаж. Пи Джей Воттен, продюсер «Первый помрешь». Теперь вся группа ускоряется. Вспышка на машине укажет, когда вступает пушка. Включите камеры, пожалуйста. Идея «Черного на черном» появилась в самом начале работы над фильмом. Мы пытались придумать, как этого добиться. Без потери динамики, как обойти проблемы, которые обычно случаются на большой скорости. В «Воине дороги» исполнили ныне знаменитый трюк. Молодой человек выполняет так называемый «T-Bone». С огромной скоростью на мотоцикле врезается в машину и крутится в воздухе. Но так получилось, что он ногой зацепился за машину, потом расслабился, поняв, что ранен. Много лет спустя он захотел выполнить это же вращение. Хотел крутиться на машине в песке больше, чем когда-либо ранее. Мы работали с отделом спецэффектов. Мы помогли с одним из приборов для кручения машины. Вроде азотной пушки, но это механическая лопатка. Под машину заводится и поднимает ее сбоку. Водитель подводит машину к повороту. Лопатка отталкивается от земли и переворачивает машину. Ну, давайте постараемся, мне не терпится. Вообще-то это новая технология, переворачивающая машину. Я участвовал в тестировании. Мне очень хотелось попробовать. Да и вообще, было много разных аспектов. Другие машины и мотоциклы были слишком близко. Камеру ставили очень точно. Мне было удобнее сделать это самому, а не просить кого-то еще. Ведь я репетировал и знал, как работает система.
мы старались сделать все как можно быстрее и как можно точнее. Так мы задали планку для остальных съемок. Навыки у каскадеров потрясающие. Выполняют все, что только возможно. Один из самых уникальных трюков у нас — прыжок человека по имени Морсов с цистерны, стоящей на боевой машине. Он должен был с двумя копьями нырнуть прямо на ходу на один из автомобилей. Нам надо было спустить его на тросах и вовремя остановиться, чтобы его не проткнули шипы. А потом мы снимали взрыв. Якобы он на него прыгает и взрывает. Все это нам удалось снять, сделать по-настоящему. Все зависело от хорошей подготовки тросов, чем занимался Кирбек со своей командой. Это было трудно, потому что устройство было огромное. Громадные балки. Управляла системой 5 человек. А еще операторы на нее забрались. Короче, физика. Трудные расчеты, а еще очевидно, что это все движется во время трюка. Прыжок Морсова, дубль 1. Чтобы выдернуть его назад, за несколько сантиметров до края необходимо замедлиться. Прыжок Морсова, финальный дубль. Свидетель, свидетель! Ничтожество, Морсов! Ничтожество! Играть в фильме, в котором главная картинка, то есть наблюдать за тем, как персонаж выполняет одно действие за другим и какой производит эффект. Рассказывать такое очень сложно. Том сразу стал разбивать на кусочки. Ричард Нортон, постановщик боев. Зачем мне смотреть на него, а на меня они зачем смотрят? Какая у него мотивация? Он прошелся по всему. Со своим 35-летним опытом я так много узнал, слушая Тома. Он, как актер, разбил сцену драки на кусочки. Я только успел подумать, надо же. Я только понял, сколько есть всего, кроме самих действий. Есть ведь еще и мотивация. Отталкивает меня. Немного. Вот так. Туда-сюда. А потом... Оставайся на месте. А потом снимаем оттуда. А потом камера уходит. Да, потом кадры. Шарлиз не обделена физическими способностями. Она знает точно, что делает. Будь то с машиной, будь то с оружием. Она обладает способностью выполнять трюки так, будто всем этим занималась всю жизнь. Я не слишком придерживаюсь актерских методик. Но тут ничего нельзя было поделать, только воспользоваться. Еще мы подготовили мою драку с Шарлиз. Сначала я должен был хватать за грудки и шипеть в лицо, мол, рассержен ее предательством. Но потом мы с Джорджем и Шарлиз решили, что лучше пусть она бьет меня головой. И тем самым снова возвращает к жизни персонаж. Так действия в драке обрели смысл. Еще одну крупную сцену мы снимали на горе Россинг. Роб Джонс в роли вождя мотоциклистов спускался с горы около 48 метров до страховочной сетки, которую мы растянули внизу над картонными коробками, чтобы было куда тормозить. Для ловли все готово. Он даже отрепетировать не мог, ведь надо было просто ехать вниз. Откуда они ехали, там склоны по несколько сотен метров. И все это для одного прыжка. А оттуда смотришь, и голова кружится. Такой стресс для всех.
Тестирование прыжков. Мы выбрали лучших спортсменов Австралии. Невероятно талантливые юные мотоциклисты. Мы взяли все трюки, которые им особенно удавались на арене во время выступлений, во время гонок. Мы их разнообразили и изменили под нужды сценария. Был момент, где я сижу в машине сзади. Николас Холт, Накс, один из каскадеров наезжает колесом на рампу, и машина переворачивается. Я только успел подумать, вот черт, он цел, что происходит? Мне опять пришлось себе напоминать, что надо продолжать играть. А ведь хотелось просто глазеть. Так, круто. Это не так-то просто. Один из редких фильмов, где у меня мурашки на съемках. Каскадеры просто чокнутые, такое вытворяют. Я не понимаю вообще, как это физически возможно. Хотя бы их прыжки с шестами, на двигающиеся машины. Идея с шестами появилась давно. Я видел уличных артистов. Они качались туда-сюда. Мне трюки понравились. Когда дело дошло до фильма, мы нарисовали машины, но я сказал, ни в коем случае людей нельзя пускать в движущиеся машины. Ладно, давайте снимем людей на шестах. А потом поместим на движущиеся машины. Провели тесты, но... смотрелось как марионетки. Как будто кто-то другой управлял шестом. Другая сила. У меня есть друг Стивен Блант. Более 20 лет выступал в цирк Дю Солей в Лас-Вегасе. Тестирование шестов. В Австралии он был каскадером. Я попросил показать, как они выполняют такие трюки. Мы начали медленно, потом вышли на дорогу. Для всех это был новый трюк. Отдел спецэффектов вместе с Джорджем работали над эффектом метронома. Прямо на машине, чтобы каскадеры могли качаться туда-сюда. Чтоб так передвигались между машинами. А еще шестиметровый шест. Он должен быть крепким и гибким, чтобы выдержать 100-килограммового актера, чтобы не согнуться в горизонтальном положении, чтобы человек наверху мог сам управлять шестом. Дополнительный вес и несколько человек создают противовес, чтобы дать ему преимущество, чтобы можно было его опустить до земли и поднять заново, не снижая скорости. Ошибкам здесь не место. Если шест сломается, человек пострадает. Так что здесь надо было готовиться на все 110%. Для нас сделали сложнейшую систему. Исполнитель мог управлять своими действиями сам. И даже отцепляться, чтобы куда-то перенестись. И пошел. До слез. Я не мог поверить своим глазам. Совсем настоящие. Я думал, что не получится воплотить. Они висели на шестах с пилами и с копьями. Исполняли трюки. Это удивительно. Вот на этот счет с самого начала съемок я как-то не очень рад был.
Даже слишком, было страшно. Мне совсем не хотелось этого делать. Но меня все равно туда прицепили. Как же страшно. Как страшно. Но я все равно там просто стоял. Меня передвигали туда-сюда. Вниз. А вот бедный дублер провел там несколько недель. Несколько недель. Месяц. Каждый день. Невозможно не уважать. Особенным назвал бы взрыв цистерны. В кино много взрывов. Хотелось сделать что-то другое, обойти клише. Перед кульминацией нам нужен был сильный взрыв. У нас имелась пустынная местность. Специалисты по спецэффектам приготовили 3 гигантских цистерны с громадным трактором на дистанционном управлении. Мы направили его в пустыне, в определенное место и взорвали. Настоящий балет, как фейерверк из жутких взрывов. Множество языков пламени и долго. Более 1000 литров горючего, бензина, вместе с примакордом, это детонатор. Это серьезное событие. Сложно было сделать для фильма. Военная машина должна ехать определенным образом и остановиться, застрять в горах. Мы опять хотели придумать, как сделать зрелищно и снять самим. Каскадер выведет грузовик на горку, и потом я нажму на кнопку. Азот под давлением попадет в пушку и выдавит балку. Она никуда не денется, потому что упирается в землю. Газу ничего не останется, как поднять грузовик. Ли вел военную машину во всех трюках. Когда дошло до главного трюка, конечно, Ли сел за руль. Он водит машину так, как мы могли только мечтать. Сложность съемок в том, что приземлиться он должен был точно перед камерами. Надо точно подобрать позицию. Когда я нажму на кнопку в нужном месте, он окажется там. Ли Адамсон, водитель, эксперт по транспорту. Вот что главное. Я буду рад, если получится. Пока готовишься к трюку, растет напряжение. 13 ноября 2013 года. Крушение военной машины. Камера, машина пошла. Мотор. На мониторе я заметил Накса, но думал, что это Ли. Я думал, он голову побрил. Машина упала прямо туда. Прямо туда, где, как мне показалось, была голова Накса. Он приземлился на... Он цел. Поднимай. Пожарная спасательная служба Нового Южного Уэльса.
Молодец, справился. Отлично, Ли, все хорошо. Все сказали, что он цел. Я спросил, что же случилось? Я забыл, что там был манекен, Накс. Ли же был с другой стороны, в шлеме, в клетке и так далее. А вот манекену не повезло. С головы при падении соскребло латекс. Ну и как тебе? Круто. Нам показалось, что ты головой тормозил. Он попал точно в нужное место. Прямо в камеру. Получилось прекрасно. Машина заполнила собой просвет. Дуф шел прямо за ней. Он ударился прямо в нее. Здесь у нас куча колонок, музыкальных инструментов, тромбонов. Внутри у них петарды. Когда Дуф ударит военную машину, там сработает переключатель. И сработают все петарды. И тогда все сможет сдвинуться. Мне довелось заниматься первым и последним крушением. Именно я заканчивал фильм. Отличное ощущение. Мы отметили линии и место на полпути. После нее надо было держаться прямо, наслаждаясь видом, приближаясь к другому грузовику со скоростью 85 км в час. Съемки с частотой 300 кадров в секунду. Получилось невероятно здорово. Джордж получил необходимые конечные кадры. Я ушел без каких-либо проблем. Я очень доволен своей карьерой, трюки и все такое. Пришло время молодым выйти на дело. Я повесил шлем на гвоздь на хорошей ноте. Хорошо, зрелищно. Да, чудесно. А, черт!